Всем привет! Еще в начале лета сделал я себе вот такой вот ультралайт спиннинг. Очень бюджетный, очень дешевый. Кстати, если кто-то не видел, как я его делал, ссылочка будет в описании под видео и появится сейчас вот здесь вот в верхнем правом углу. Ну и соответственно на него пришлось делать различные приманочки, наживочки, блесенки именно под ультралайт. И сегодня я вам хочу показать одну из таких приманок. Это будет микромандула или мандула, как ее там правильно называют, я не знаю. Итак, для изготовления мандулы нам потребуется любой его материал. Это могут быть как детские игрушки, вот такие вот, как кусок вот такого вот материала, даже не знаю откуда, просто подобрал на улице. Вот это вот были поплавки в спасательном жилете, нашел на берегу. Тапки также с этого его материала, то есть также подойдут даже тапочки. Специально сделал вот такую вот выколотку. Это у меня 8-миллиметровая трубочка, у которой вот так вот чуть-чуть заострил край. Также потребуется три самых мелких крючка. В моем случае у меня самые мелкие — это восьмерочка. Кусочек плетеной лески. Швейная иголка с большим ушком. Канцелярский нож. Ну и для изготовления грузика чебурашки. Большая дробинка. Паяльник. Паяльная кислота. И кусочек какой-нибудь стальной проволоки. Сперва нужно сделать вот такие вот заготовочки для самого тельца мандулы. Примеряем крючок, ушко должно немного выступать, то есть вот такой вот толщины мне вполне достаточно, поэтому вот эти вот заготовочки я разрежу напополам и сделаю еще такие же вот с белого материала, и их тоже буду резать напополам. Ровненько отрезаем. На одной мандуле будет по три крючка, поэтому нужно делать по три вот таких заготовочки. Эва режется очень даже легко, поэтому труда это никакого не составляет. Вот у меня получилось три беленьких заготовки. И надо три черненьких. Теперь их надо разрезать все ровно напополам. Вот готовый результат. Еще забыл сказать, что на самый верхний крючок можно сделать опушку. Я ее буду делать из старого провода от зарядника. Тут вот такая вот изоляция красная. Очень даже неплохо подойдет. Иголочкой ее немного распушу. Отсюда мне понадобится всего лишь несколько ниточек. Вот так вот чуть-чуть отделил, смачиваю ее и вставляю в ушко. Вот что получилось. Теперь этот крючок привязываем к краю шнура. Узлы тут уже выбирайте сами, кому какой нравится. Вот что получилось. Делаем дальше. Отрезаем шнур сантиметров на 30. Такой вот хвостик оставляем. И сюда теперь надо вставить иголку швейную. Ну а дальше, как на шашлык, одеваем поочередно беленькую с черненькой вот эти вот заготовочки. Начну с беленькой. Стараемся это все делать по центру. В деле протаскиваем по шнуру. Вот так вот подтягиваем крючко. Одеваем. Аккуратно смотрите, не зацепитесь. Дальше также одеваем черненькую часть. Приблизительно также ищем центр, прокалываем и одеваем. Ну и вот что у нас должно получиться. Потом вот эту опушечку можно распушить также иголкой. Чтобы со временем ничего не развалилось, можно капнуть капельку суперклея. Сверху капельку и между заготовочками капельку. Так будет все надежнее. Поджимаем, выравниваем. Одна часть у нас готова. Дальше берем второй крючок, также его продеваем в шнур. Теперь нужно привязать второй крючок приблизительно в 5 миллиметрах от ушка верхнего крючка. Ну, где-то вот так вот должно получиться. Повторяем процедуру с заготовочками. Вставляем в шнур иголочку, берем белую заготовку Эва, ищем где у нее центр приблизительно, прокалываем и одеваем на крючок. Затем также берем черную заготовочку и повторяем процедуру. После того, как все одето, опять же берем суперклей и ставим две капельки, одну на ушко, одну в серединку. Ну и плотненько все поджимаем. Вот уже что получается. Точно так же поступаем с третьим крючком. С
вставили его в ушко, подвели первым двум, отступили также где-то около 5 миллиметров и здесь завязываем. Третий крючок тоже на месте. Ну и повторяем с заготовочками процедуру. Вставляем иголочку и также их одеваем. Сперва беленькую, ну а за ней черненькую. Ну и опять же все это дело надо проклеить клеем. Капельку в серединку и капельку на ушко. Вот что у меня получилось, практически готовая микромандула. Остается сделать к ней груз-чебурашку. Это все пока откладываем в сторону, включаем паяльник и будем делать чебурашку. При помощи тонкой отверточки сделаю ушки. И просто вот так вот загнул кусочек проволоки. Лишнее теперь откусываем. Вот такая вот скрепочка получилась. Немного ее подровняю и чуть-чуть вот так вот подогну. Теперь, чтобы никуда ничего не улетело, зажму щипчиками. И можно паять. Берем паяльную кислоту. Обязательно все вот это дело и смачиваем. И приступаем к пайке. Вот такой вот грузик у меня получился. Теперь его надо ополоснуть от кислоты и можно покрыть лаком. Как вы видите, грузика дробинки вполне достаточно для такого размера. Ложится она на дно. Все я рассчитал правильно, все у меня получилось. Ну и в итоге вот такие вот микромандулки у меня получились. Груз под них надо подбирать отдельно. То есть все равно как ни крути, у них плавучесть разная получилась. Так что если кому-то понравилась моя идея, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Как вы могли убедиться, делаются они очень быстро и просто. Но я думаю, они будут работать не хуже, чем покупные. Ну а покупные, сами знаете, стоят от 100 рублей и выше. А на эти я потратил, ну, на все про все около полчаса работы на 3 штучки. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и до новых встреч, до новых видео.